самое время все-таки ту самую дверь-то наконец открыть, где нас ждут приятные гости новые. Ты-дыщ. Ну да. Офигенно приятные гости. Опять минута. Там их целых 3. И на такой маленькой площади с ними сражаться... 4. И на такой маленькой площади с ними сражаться, ну... Я не знаю. Зачем так делать? Тогда уж делайте стороны пространства. Ну вот смотрите, я не хочу одного схватить, а другого не... А хватает Кратос, пытается схватить другого. Ну, почему так? Потому что игра не до конца все-таки продумана. Но все равно она прекрасна, это я не спорю. Почему бы и нет? Вот этот парень долго заряжал свой удар. И то промазал. Ну что, давайте... Ну вот опять, смотрите, я пытался прямо рядом с ним, и никто мне не мешал. А он все равно раз и меня ударил в ответ своим орудием. Ну вот, блок ставить научились эти звери. Ну что, я хотел его, пока он наверху был, вот так сделать. А он что-то упал, да ничего не произошло. Ну вот, наконец, хоть одному я порву глотку. Ура, ура. Заметил, кстати, что в первой части Кратос использует только один клинок, а во второй целых 2. Так что этим зверям еще повезло. Кратос стал еще более жесток во второй части. Ну что ж, самое время спуститься вниз. Вот те самые ворота, где двое ребят раздумывали, как их открыть. А мы идем и смотрим катсцену. Do not fear, Kratos. I am the Oracle of Athens, here to help you defeat Ares. Find my temple to the east. And I will show you how to murder a god. Еще одна обворожительная дама нам что-то пытается втереть о том, что она нам поможет убить Арес, но я не особо понимаю пока смысл этих слов. Дорога к Афинам. И сейчас эпично мы встретим нашего главного врага. А это бог войны Арес. Поле боя, и вы можете понять, насколько он огромен. Подбрасывает врагов, и их тут же ест. Да, каннибал. Ну что? И быстренько еще одна катсцена. Арес так смотрит прямо на Кратоса в конце ролика, что кажется, как будто он его замечает. Но нет, он его не замечает, Кратос все-таки для него довольно маленький отсюда. Вокруг поля боя вы видите Ареса, его огромная и страшная армия терроризирует Афину уже огромное количество времени.